Но в то же время привычных долгие годы очередей у касс Платинум Арены за дефицитными билетами в этом сезоне не увидеть. Большого ажиотажа предстоящая игра с «Адмиралом» у хабаровских болельщиков не вызвала. Билеты на матч открытия поступили в продажу 31 августа и до сих пор купить их можно без проблем. В этом сезоне в свободную продажу поступило более 2000 билетов. За сутки до начала первой официальной игры квота будет увеличена еще примерно на 1000 билетов. Это абонементные места, которые до сих пор не были выкуплены. Несмотря на спад интереса у хабаровчан к матчу с «Адмиралом», билеты на открытие чемпионата подорожали по сравнению с прошлым годом. Теперь самое дешевое место стоит 500 рублей, а самое дорогое – 4000. В течение сезона цены будут меняться от 300 рублей до 2500. Континентальных Хоккейная лига рекомендует ранжировать матчи по коэффициенту интересности, если это можно так сказать. То есть существуют топовые матчи, существуют принципиальные соперники и так далее. Да? То есть приходится ценовую политику подстраивать именно под то, с кем мы играем и сколько стоит игра. К слову, в так называемую стоимость матча открытия в этом году входит и предматчевое шоу. Менеджеры клуба обещают, болельщикам будет на что посмотреть не только на льду. Заготовлено очень много сюрпризов для болельщиков, и будет выступление одного, если это можно так сказать, звездного коллектива. Мы пока не раскрывали все карты, но тем не менее мы постарались сделать так, чтобы болельщик получил удовольствие не только от игры, но и от того, что будет происходить перед игрой. Не исключено, что именно на первой игре сезона хабаровчане увидят любимую команду в специально пошитом для этой встречи альтернативном комплекте игровой формы. Сувенирная продукция с новым логотипом Амура и фанатская атрибутика также появится в продаже 4 сентября. Анна Иванова, Александр Сергеев, «Вести Спорт».